Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Replay, первый сервер, мы нигде здесь Кирилл Путбулов, и стараюсь пилить для вас больше видосов перед Новым Годом, пацаны, поэтому поддержите меня лайкосиками, давайте наберем под этой серией 100 лайков. Думаю, по названию ролика вы поняли, чем мы сегодня все-таки будем заниматься, это мы будем кататься по заброшенному метро, да, чуваки, но перед этим нам нужно туда добраться. Каким образом? Есть два входа, но мы поедем, наверное, через самый сложный, это через военную часть номер один. Поэтому сейчас, наверное, заедем, купим лемку на всякий случай, пушечку, возможно, сделаем и поедем все-таки через ВЧ в метро заброшенное и будем там кататься на нашей любимой, точнее, на моей любимой Ямахе R1. В принципе, надо было бы бензина еще заправить, я думаю, но этим, я думаю, мы тоже займемся. Так что ставьте лайки и погнали. Так, вот я уже заправился, у нас почти полный бак. Хотя, сейчас мы кое-что сделаем еще, маленькую хитрость сделаем. Какую именно? А, вот такую. Сейчас я вам покажу. Так, и попробуем заправить его. Все. Теперь у нас будет побольше бензина. 119 литров, я думаю, довольно-таки неплохо. Такой небольшой вам лайфхак, ебаный в рот, пока выгоришь, нахуй язык сломаешь. И, блин, думаю, вам поможет оно когда-нибудь, да, только не сегодня. Так, заезжаем, как всегда, через наш секретный ход, нахуй. Да, именно нахуй. Так он и называется. О, на дыпсах заехал, как пацанчик нормальный. Так, поехали. Сейчас покажу, каким образом мы заедем, в принципе, в метро. Да, именно в метро, пацаны. Через ВЧ в метро, блядь. Это, конечно, жестко. Ладно, сейчас заедем, я думаю, нормально все будет. Ебать. Что-то я скорость не рассчитал. Ладно, похую. Погнали. Так, это, видимо, бывший чувак какой-то тоже сюда решил. Да, это его жена, нахуй. Ладно. Главное, не наебнуться на бочке. Что я, в принципе, не сделал. О, да. Все, мы в метро, короче. Я думаю, многие, в принципе, катались в метро, блядь, и так далее, бегали. Но, блядь, это пиздец, пацаны. Я творю полную дичь, поэтому с вас обязательно лукасы. Давайте съездим в тот конец, в принципе, я вам покажу, что там находится. И на Ямахе, пацаны, удобно. Удобно под метро на Ямахе перемещаться, блядь. Хули нет. Помните, раньше сюда бегали на ВЧ, но сейчас это, по-моему, тоже можно делать, да? Да, по-моему, это тоже можно делать, но нужно бежать, видите, сколько... Ебать, кто свой камень забыл, нахуй? Ладно, погнали дальше. Серьезно, что хреново, что здесь метро не работает. Было бы реально круто. Хуя себе камень, как моя хуяка. А, видите, здесь закрыли. Здесь реально закрыли, стоп. По-моему, здесь раньше проходишь был. Пацаны, реально закрыли полностью. Бля, какой прикольный. Какая морда прикольного Ямахи. Кто за лайк? Погнали. Бля, закрыли все-таки. Я думал, тут хотя бы есть проход. Да, уже сюда нельзя бегать. В метро на самом деле. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Можно по старой доброй традиции бегать через забор. Бегать через забор. И все будет у вас хорошо. Но это не точно, пацаны. Ладно, погнали. Сейчас разгонимся. Но главное в бочке тебе не уебаться. Потому что как ебанет, пацаны, что будет пиздец. Поэтому мы едем. Да, сейчас бы 120, бля, по метро хуярить, парились. Нормально. Почему бы и нет, ёпты. Почему бы и нет. О, блядь, да ёбаный в рот. Рельсы немного мешают. Не, ну так можно разогнаться, ебать. Так. Сейчас бы гонять по... Тут надо гонки устраивать, пацаны, блядь. По метро, блядь. Было бы заебись. Правда, мы бы здесь тут разъебались. Прикинь, тут ехало бы 50 человек на Ямаха. Это был бы пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы думаете, легко так ехать? Ага. Ух ты, блядь. Не, ну это прикольно выглядит, докажите. Это просто жесть. Так. Где-то должен быть поворотик. Ёбаный вротик. Да.
А вы думали, зачем я ремку брал? Потому что здесь легко разъебаться, пацаны. Хотя что-то не особо хп снесло вроде бы как. Но все же, все же. Так, давайте. О, заебись. Прям для меня в заезд. На машине бы здесь было бы не так интересно на самом деле. Так, что-то у нас находится. Здесь, по-моему, раньше проводили эти, как его, МПшки. Типа, блять, и так далее. О-та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 . А здесь уже, пацаны, мы не выйдем. Здесь у нас уже, блять, черная пизда. Ой, дыра, блять. Черная дыра, пацаны. Вообще, ебать. Кому-то мы в космосе, блять. Нихуя не видно вообще. Видите, тут даже не проехать никак. Просто черная дыра. Ну ладно, поехали вниз тогда, посмотрим, что там еще есть. Ух ты, бля. Пизда моим колесам было бы в реальной жизни. Но это игра, поэтому похую вообще. Похую просто. Так, что-то у нас тут нарисовано. Чё, бля? Так, ну. Какая-то, по-моему, какая-то тёлка нарисована. Ага, блядь, какая-то хуйня, короче. Ладно, неважно. А то, блядь, надо уже ехать отсюда, блядь. Так, не. О. Кто-то выхло, блядь. Дырка, блядь, пиздец, нахуй. Да. Ладно, поехали. Что-то везде вот эта хуйта нарисована. Пасхалок никаких нету, походу, да? А можно было бы и сделать, нахуй. Ну ладно, погнали. Так, блядь, я в английском не шарю, поэтому сорян. Так, здесь у нас уже рельсы, как я понимаю, закончились. Так, ну здесь у нас какая-то хуйня идет, да? А ну, поворачиваем, посмотрим, что здесь у нас. Я, конечно, уже 100 раз здесь был, но... Брата, какая-то черная пизда, пацаны. Мы заезжаем в черную пизду. Да. Ну вы поняли, да? Блять, ну как-то стрёмно, блять. Знаете, блять, кому-то знаете, блять, вы остались один во всем мире с Ямахой, в ничего вокруг нету, блять, все черное. Ну пиздец. О, все, я, блядь, думал, блять, уже потерялся нахуй. Ладно, поехали сюда. Это развилка просто идет. И снова нас встречает черная хуйня. Не, ну реально, блин. Смотрите, кому-то знаете, все, ебать. Я остался один в мире, блядь, все пропало, все, всему пизда и пиздец, короче, да. Всему пизда и пиздец, красиво сказал. Ну, сами видите, ну, блин, ну, пиздец. Реально темно, блядь, как не знаю где. Ух ты, бля, ух ты, ёпта. Ладно, погнали. Сейчас вам покажу второй ход, как раз, в принципе, мы через него будем выезжать. Оп. По-моему, где-то и подарки были раньше. Ну, когда-то, блин, когда были подарки... Да, вспомним старые добрые времена, когда, блядь, хоть что-то хорошее было на этом сервере, да. Для людей, для игроков. В принципе, да. Блядь, стоп, я, по-моему, проебал. Так, стопе, стопе, стопе. Назад. Тут, блядь, где-то было такое место. А, вот, сюда поворот идет, да, вот, вот, вот здесь. Да. Конец, ебать. Полис онли... Ладно, хуй с ним, я же по-английски не шарю. Да и хуй с ним, да. Вот здесь такая хуйня есть. В принципе, да. Конечно, да, 3D текстуры. Угу, да, конечно. Вот здесь такое место. Здесь когда-то был подарок. Ну, когда были подарки, блядь. Это было еще давно. Но все же, блин, это было. Это было круто. Это было охуенно. Но уже подарков почему-то не делают. Печалька. Возможно, после года добавят подарки. Либо на Новый год. Это было бы просто охуенно. Ну да. Ладно, давайте поедем. Уже отсюда. Вот так вот заезжаем. Проезжаем. Заезжаем обратно. Так, где-то, блядь. А, вот лестница. Все, погнали. Let's go. Let's go. Блядь, вспомнить бы, куда ехать еще. Стоп. По-моему, вот сюда, да. Сюда. По-моему, если я не ошибаюсь. Здесь должен быть выход. Поэтому мы едем. Мы едем. Сука, едем, я сказал, едь. Давай. Блять, просто Ямаха большая сама по себе. Поэтому немножко неудобно, пацаны, немножко.
Блять, что-то тут вообще какая-то, блять. Я хоть туда поехал? Да, е-е-е. О, да. Вот здесь выход, пацаны, возле больницы Арзамаса. Вот такая вот. Туннельчик такой вот, красивый, короче, там, щури-мури, ну, поняли, короче, да. Я думаю, все знают этот туннель, в принципе. Ну, на этом я буду заканчивать. Вот такие были покатушечки по заброшенному метро. Возможно, я показал такое, что вы не видели. Можете сами потом там покататься, так сказать. Я бы показал, куда заехать, выехать. Есть два въезда через ВЧ. Это будет посложнее. Либо через вот тот туннельчик. Это будет легко. Но если вы там никогда не были, есть вероятность вам там заблудиться. Ну ладно, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside.